Еще раз, курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке. А на спрос и предложение влияют разные факторы. Понятно, вот в последнее время мы видим, что курс менялся, волатильность есть на рынке. На то есть причины. Вот вы видите, в Соединенных Штатах два банка потерпели проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги. В Швейцарии один очень крупный банк имеет сложности. Мы думаем, что эти вот причины каким-то образом тоже могут повлиять на сентимент, но пока мы не видим никаких причин беспокойствию. Ситуация вот банковском секторе в Соединенных Штатах, она очень ограничена, может повлиять на наш банковский сектор. В нашем банковском секторе ликвидности достаточно.